Между тем, сегодня стало известно о том, что президент Касым-Жомарт Токаев поставил точку в нашумевшем деле о строительстве горнолыжного курорта в урочище Кокжайлау, запретив реализацию проекта. Против этого проекта неоднократно выступали активисты, экологи и городская общественность. Президент также заявил, что разделяет чувства жителей мегаполиса по вырубке деревьев. Недавний случай с массовым уничтожением яблонь в горах Алматы глава государства назвал вопиющим случаем и высказался о необходимости сохранения садов в предгорьях Заилийского Алатау. Это же достояние нашего города, Алматы, и всего Казахстана, между прочим. Необходимо провести инвентаризацию природоохранных зон в окрестностях города и навести строгий порядок в вопросах их использования. Акимату следует активизировать работу по озеленению города и возрождению легендарного алматинского апорта. Здесь же стоит задача восстановления знаменитого ботанического сада, своеобразного символа нашего города. Глава государства поручил рассмотреть вопрос по увеличению выплат компенсации. За одно вырубленное дерево необходимо сажать, простите, до 10 новых. Напомню, ранее аким Бакытжан Сагынтаев предложил в рамках трехлетнего проекта «Жасыл Алматы» высадить на территории города 1 000 000 саженцев. Масштабную акцию поддержали рядовые жители, активисты и известные казахстанцы.